Уважаемые друзья, всем привет с канала «Дача мечты». Буквально как час приехали мы с дачи домой. Вот я сейчас нахожусь у меня на балконе. И тут сосед, наш сосед по даче, присылает видео. Я так переживал, жара туда-сюда, даже жуков потравил. При жаре хорошо прилипает к листочкам картофеля отрава, которой мы собрались бороться с колорадским жуком, так как наши доблестные воины борются с колорадским жуком на поле брани против кремлевской путинской хунты. Потравил, думал, ну все, прилипнет хорошо, потому как жара. И тут вот... Я же говорю, сосед присылает видео. Сейчас вы посмотрите это видео. Благодарочка соседу за видеоинформацию. Мы стараемся с соседями друг друга поддерживать и информационно, ну и даже советами, некоторыми материалами. Так что благодарю Вадима за видосик. Смотрим. Ливень, 2 июня, на даче мечты. Жду ваши лайки, давайте. Такой ливень нужно поддержать. Ну как вам? Вы не забыли лайк поставить? Пишем в комментариях, как у вас с осадками в этом сезоне. Не забывайте лайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Пока. Здоровья, мира, счастья, любви, удачи. Так держать.